Пару раз в неделю эти дамы меняют туфли на бутсы, а платья на спортивные майки и шорты. Женский футбол стремительно набирает популярность в городском округе. Если еще пару лет назад в Химках была всего одна команда, то теперь целых три. Можно и турнир организовать, что и было сделано. Мамсити, Немамка и Кутузова приняли участие в первом окружном мини-турнире среди любителей. По футбольным меркам все команды совсем молодые, образовались год-два назад. Здесь нет профессионалов, в мамские команды приходят абсолютно с нуля. Я, которая никогда не бегала даже, и два года назад узнала, что мяч круглый. Это, ну, тяжело бегать против полуспортивного человека. Тут вот я попробовала себя везде, во всех, и вратарем я побыла, и вот сейчас меня тренер перевел на нападение. Организатором турнира является социальный проект «Дамы в спорте». Его руководитель Екатерина Сурина и была основателем первой женской любительской команды «Мам-Сити». Сейчас организация проводит множество турниров не только по футболу. Развивает массовый любительский спорт в целом. Кстати, на мужское саркастическое «женский футбол – это не футбол» она уже знает, как отвечать. Кстати говоря, таких мужчин все меньше и меньше, я вам хочу сказать. Между прочим, мы вот здесь на Машинцево 2 тренируемся два раза в неделю. И по началу первой нашей тренировки здесь вот проходили такие удивленные, немножко смущенные папы, с таким немножко скепсисом на нас смотрели. А теперь они собираются, болеют за нас. У нас есть свои группы болельщиков, фанатов. И это мужчины видят, и поэтому они больше над нами не смеются, а скорее восхищаются. О болельщиках и фанатах хочется сказать отдельно. Они действительно настолько активные, что едва интервью нам не сорвали. Это действительно по-настоящему важно. Давайте за... Болеем за нашу команду Луневскую, не мамкой. Это наши девчонки спортивные, самые мудрые, самые красивые, самые любимые. Футболистки-любительницы – это в основном мамы в возрасте от 20 до 50, поэтому и названия для команд берут исключительные жизни. Первый наш турнир был это в прошлом году, вот, 2 сентября. И когда к нему начали подготовку, ну, не знаю, мы стали выбирать, да, ну, как-то думать. А потом, ну, буквально кто-то, может, из детей нам сказал, не мамкой сейчас. И решили, что вот все, мы будем не мамкой. Представительницы бизнеса, домохозяйки, педагоги, инженеры, медики. Но всех их объединяет футбол. Подруги за пределами, соперницы на поле. Никого не смущает, что игра травмоопасная. Ни синяки, ни сломанные ногти уже не останавливают дам. Да и мужья уже с этим смирились. У меня было 2 травмы, я 2 раза ломала здесь палец. Ну, сначала скептически, сейчас как-то более лояльно. Вот он сегодня пришел здесь, за меня будет болеть. Вообще вратарское такое дело, это на любителя, потому что не каждый хочет стоять под ударом, под мячом. Многие девчонки боятся ударов мяча. Это надо иметь определенный склад характера, такой, скажем, боевой настроенный, кто не боится регулярно получать в голову, в грудь, там еще в другие части тела. А вот единственный мужчина на поле, он же главный судья, вообще считает, что в игре девушки будут пожестче, чем мужчины. Вообще женский футбол, если отвечать на ваш вопрос, он, конечно, местами поагрессивней, чем мужской. Женщины и женщины, они более эмоциональны, более импульсивны. Ну, мы любим их за это. Если говорить о результатах первого турнира, то здесь взял свое опыт. «Мам-Сити» выиграли оба матча и уверенно заняли первое место. Серебро досталось Кутузова, а не мамкой замкнули тройку. Помимо медалей и кубков, все девушки получили билеты в кино. Александр Зель, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.